С пьедестала почета прямиком в кабинет к губернатору Павел Коньков лично поздравил с успешными выступлениями на крупных международных и всероссийских состязаниях звезд ивановского спорта. Участники встречи обсудили вопросы тренировок профессиональных спортсменов и развития массовых видов в регионе. Рассказали победители и о проблемах, с которыми сталкиваются во время подготовки к стартам. Мы стараемся поддерживать материальную базу спортивных сооружений. И в этом году на стадион «Спартак» выделяем 4,5 миллиона на улучшение материальной базы. Но не менее важен и спорт достижений, спорт чемпионов. Потому что все-таки прежде всего молодые люди, они жаждут успеха. И поэтому они ориентируются, конечно, на людей в этом плане успешных. Средством, вложенным в стадион «Спартак», особенно благодарна конькобежка Елена Сахрякова. Девушка недавно вернулась с зимней универсиады, проходившей в Казахстане. На международных состязаниях Елена получила серебро в командной гонке и стала бронзовым призером на дистанции 3000 метров. В день старта была жеребьевка, и я узнала, что есть один явный лидер, это девушка из Беларуси, она сейчас в таком хорошем спортивном находится состояние, она выступает на чемпионатах мира среди взрослых, на Кубках мира. И то есть, она была явным фаворитом, а остальные, то есть, все были равны. Личную похвалу губернатора получил воспитанник спортивной школы номер 3 Сергей Шалин. Он занял бронзу на чемпионате России по спортивному ориентированию, который проходил в Дзержинске Нижегородской области. Успешному выступлению, рассказывает Сергей, предшествовали длительные тренировки. Я занял 3-е место, и это высокий результат, но я не считаю его самым лучшим, потому что для меня только 1-е место – это успех. А в плане подготовки ничего нового не было. Готовились, я доверял своему тренеру. Тренер у меня мой любимый папа, и все было чередом. В прошлом году спортсмены Ивановской области на всероссийских соревнованиях завоевали 105 золотых, 65 серебряных и 63 бронзовые медали. Всего ивановские спортсмены на международных стартах в рамках национальной сборной России в минувшем году завоевали более 40 медалей. Мария Смирнова, РТВ Иваново.